안녕하세요, 여러분 안녕하십니까? 비치킥에서 라이준입니다. 오늘 이제 드디어 새해가 다가오고 있습니다. 오늘 12월 31일 아침 8시 반입니다. 오늘 그래서 새해를 좀 맞이를 하려고 카라콜이라는 도시를 갈 건데, 거기가 이제 제 영상에 자주 나오던 일리아스 고향이거든요. 그래가지고 거기 가서 같이 이제 새해 맞이를 하자고 해서, 사실 비치킥에서 제가 혼자 딱히 할 것도 없고 많은 사람도 많지도 않고 해갖고 알겠다고 했습니다. 일단은 지금 이렇게 찾아왔는데 여긴 것 같다. 집 공개. 뭐야? 빨리 열어야 되는구나. 지난번에 왔을 때 이 집으로 잘못 들어왔어요. 어떤 할머니가 막 쳐다보고 있더라. 딱 소련식이네. 제가 러시아 살 때 이런 집 많았거든요. 딱 그 느낌이에요. 여기로 쓰레기 투척하는 쓰레기 창고. 프리벳. 아야도 부비라인스. 어떡하지? 그치, 눈고기. 그치, 눈고기. 어? 눈고기 여기 있네? 많이 컸네? Уже другой сегодня. А что делать? Еще другую машину нужно найти. Говорит, срочно выехал, другую машину найди. Я говорю, а что так? Срочно надо было выехать. Заранее не сказать мне нельзя. Боги. 제가 러시아에서 고양이 알레르기 정상 수치 60배가 나왔었거든요. 잘못하면 목숨을 잃을 수도 있어요, 여기서. 너무 귀엽긴 한데. 가볼까? 와, 엄청 많이 컸네. 물고기, 네? 물고기야. 맛있는 냄새 나? 야, 어떻게 이렇게 동글동글하게 생겼냐. 한국이 여기 유통은 이게 몇 리터짜리냐? 10리터. 10리터짜리 물통. 안녕하세요. 스나스 바이슘 디베젤. 어, 저거지. короче, это маха выбрал. Маха выбрал. На самом деле, она сама хотела вот это купить. Ну просто размера не было. Но только тебе, я думаю, вот это пойдет. Это XL. Спасибо. Хоть бы на аллергии есть, что море не будет манчин там, да. 왕자 한번 попробую. 나 왔어? 왕자. 왕자? 네. 아, 나 автобусе. 뭐, там тоже есть такси. 어, давай поедем. Думаю, блин, сейчас вот выходит дофига машин. 8000 просят, 10000 просят, прикинь. А, стоимость. Ну. Ну, на вокзале тогда спросим, может. На вокзале подешевле, думаю, будет. Да. О, блин, ты вот это возьмешь? Вот. Нет. Это уже лишний груз. Да. Починю гогия. Я сам-то вот танчан, где кастунь сильный. Скасин, сам чуть надо.협상으로 갔습니다. 택시 아저씨랑. погнали? 아. 협상이 됐나 본데 바로?
Наверное, на маршрутке поедем, а то, блин, на маршрутке? На неудобно, еще полторы штуки просят. Йо, по 1000 зайдите, еще одно возьмем. Я думаю, тогда на маршрутке удобнее будет. На маршрутке удобнее будет? Я пофиг, как мы электро работаем. Хопсон, валю. 이렇게 바로 안 가버린다고 해버려야지 깎아줍니다. 굿, 브라덤. 다들 해바라기 씨를 엄청 먹고 계시네. 옆에만 서 있어도 고소한 냄새가 확 올라옵니다. он короче. 3 человека возили. Вообще эта машина не рассчитана, да, чтобы вот здесь сидели 3 человека. Даже, ну да. Подголовники указывают на то, что здесь помещаются и комфортно сидят только 2 человека. И он такой подумал, не, мы на маршрутке уедем, короче, вот это вот. Короче, он такой подумал, не, надо, наверное, выезжать. Ладно, давайте по 1000 сомкру, да. Короче, я такой, нам! Чтобы он быстро, так, моментально не передумал. Чтобы не передумал, да. Да-да-да. Короче, вот так, ребят. В Кыргызстане даже, ну, именно в праздничные, новогодние дни страдают даже местные. Так что перед тем, как приехать в новогодние праздники, да, лучше заранее организуйте. Да, в принципе, ну, здесь, конечно, 3 человека можно сидеть, но... могут сидеть, да. Но, представляете, 6 часов? Да. Вот так вот сидеть? Я тоже так не хочу, блин. Это типа курица в клетке. Да, да, да. Здрасте. И вас также. Мальчик будет рад. 이분 가방이 진로 소주라고 해서 진로 소주. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня 12시, 2시간 조금 넘게 온 것 같아요. 아, 오면서 내내 잤는데 아침을 못 먹고 와서 점심이라도 좀 먹어야 될 것 같아요. 멋있나 보다, 나 눈꽃. 차도 막 엄청 큰데 여기. 장난 아닌데? 차도 그냥 이렇게 미리 담아놓고 뜨거운 물만 붓나 봐요. 지옥에서 온 피. 맛있는 게 너무 많아요. 양도 많고. 양이 많긴 한데 훨씬 비싸긴 하네요. 한 두 배는 비싼 것 같아요. 이거는 슈로코라는 국인데 약간 소고기 묵국 되게 비슷한 맛이 납니다. 그냥 고깃국이지 뭐. 그 김다마라고 해서 이거 뭐 소고기랑 양배추 감자 들어있는 건데 이게 또 맛있을 것 같아요. 아까 한참 데운 것 같더니 차갑네. 이건 메뉴의 표시다. 이건 딴 데서 파는 게 훨씬 더 맛있다. 여러분 내렸습니다. 내리자마자 여기 빠져버렸어요. 여기 빠져버렸어요. 진짜 무슨 뭐 지하세계로 막 꺼져버리듯이 막 꾸르륵 하면서 이렇게 막 빠졌어. 저 구덩이가 있는 줄 몰랐네. 하여튼 도착했습니다. 여기 이만년도에 한번 왔었거든요. 아이고, 고냥이가. 고냥이가 여기 됐네요. 어? 못 봤던 앤데? 문고기 봐. 여기다 왜 프리어컬이야? 너 오늘 밥이고? 네, 뭐 오늘 올리시네. 올리시네. 아하. 옷 봐야 되면 예비자. 오, 그래. 나 잡쇼? 어디 이제, 각자와. 예, 짠입니다.
Хорошо? Хорошо? Как дела? Давай, заходи. Что делаешь? Играешь? Да. Здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь. А, уф. Поняли, что это? Из Кореи едут. Как дела? Здравствуйте. О. Вот кимбап делает. Кимбап? Вот моя родная съемка, родной братишка. Айтуно Алмаз. Айтуно Алмаз. Очень приятно. Чеджун. А семьи уже. Да. Да, давай. Чувствую себя как дома. Холодильник. Ну, как чумня. Чувак, надо цанде. Чумный. Вау. Что это? Кролик. Да. Это кот кролика же. Это торт? Нет, это салат, наверное. Салат. Я говорю, салат, не? 2023년 салат. А это салат, да? Не знаю. 이번 여름에는 여기 와서 잤었는데 난로가 있어서 여긴 좀 괜찮아요. 여기 거실은 너무 추워가지고 여기 난로 하나 사주고 가야겠는데. 진짜 냉장고야 냉장고. 바로 이렇게 창문이 있어가지고. 키르기스탄 카라콜 가정집에서 김밥을 볼 줄이야? 이거 뭐 깜짝 놀랐어. 이거 닭이 매달려 있는 줄 알았어 멀리서 보고. 닭 매달아 놓은 줄 알았어. 여기 이 공간이 조금 아깝긴 해요. 어? 이 옆에 이 건물도 일리아스 댄가? 여기 뭐 없었던 것 같은데? 그래갖고 이 공간 아깝다고 일리아스가 막 뭐라 했던 것 같거든요? 아 여기 이렇게 담장 있는 거 보니까 딱 여기까지인가 보네. 저 옆에는 다른 데고. 근데 이 공간도 되게 아깝긴 해요. 여기를 뭘 좀 이렇게 잘 지어가지고 활용하면 좋겠는데. 게스트하우스 같은 거 이쪽에 겨울에 그 관광객들 많이 온다고 하거든요. 뭐 카자흐스탄에서도 오고 러시아에서도 오고 여기가 스키장이 유명하다 보니까 이 카라콜에 많이 오는데 이런 것도 좀 새로 좀 리모델링 해가지고 깨끗하게 만들고 저기다가 이렇게 살짝 조그맣게 지어가지고 게스트하우스처럼 하면은 여기도 괜찮을 것 같은데 뭐 일단은 여기 집주인께서 이제 형님이 집주인인지 모르겠는데 하여튼 건드리기 싫어한다고 하시더라고요. 그래가지고 일단 두고 있는데 모르겠습니다. кошка нога Ильяза гуляй туда залезла холодно холодно угу. 지금 막 도착하자마자 짐 풀고 오자마자 아실량풀을 먹으러 보고 있어요. 하여튼 뭐 딱 정해진 일정은 없는데 뭐 뭘 흘러가는 대로 한번 다녀보겠습니다. 157 154 005 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 여기 작년에도 여기서 먹었습니다. 이거 이미 먹고 나갔습니다. 아슐렴프 한 그릇 800원. 와 매운 아슐렴프 셀프 서비스인데? 이렇게 받아가나? 이거 저기서 육수를 떠서 пирожки можно. Два пирожка. Да. Ты с детства здесь ел, да? Да. А, ребята, это ашлямфу, как мугиран, куксу, как вместе 들어간 시원한 국수? 그런 거거든요. 근데 카라콜 아슐렴프가 되게 별미예요. 되게 맛있다고 해서 사람들이 카라콜 오면 많이 먹거든요. 유명합니다. 카라콜 아슐렴프. 그래서 여러분들도 나중에 카라콜 오시면은 이거 꼭 한번 드셔보세요. 아, 그 또 아스타미오 밀레나스 쉬네. 이게 진짜 약간 우수수. 아, 일단 우수수. 네. 아니, 식초래, 식초.
Уксус дается здесь, чтобы если вот этот уксус, его мало, чтобы долить. Шучу. Это здесь не молчу. Нет, это уксус. Просто есть другие блюда еще. Без уксуса. Да. А я люблю это. Помнишь, когда мы заказываем деньги? Там ремонт обычно уксус. Да. И вот. Это как называется лазер. Лазер, да. Горчица. Да. Прям вкус детства. С картошкой, да? Да. Я на камчатке. Ну, очень вкусно, да, баста. Я сейчас заплачу. Когда был маленьким, всегда у меня постоянно 5-10 сомов в кармане было. Ну, там я же в школе маленький. Мой фастфуд был именно вот этот. Постоянно, вот каждый день ел, каждый день. Никак не мог уставать. Я вот сейчас ем, прям вот детские такое. Воспоминания. Да, детские воспоминания нахлынули. Кыргызстан каракори бунсигинда бунсиг. Пирожок. Хани очень тяжело делается, кризис машин на тем. Вот эти две обчёгаживают 1200원. А еще одна. Я просто одна поксальная, у одна тощенная. Просто всего по чуть-чуть взял. Да могута. А это сингапур, пебрудный его. Чай можем дам. Ашлиан Фучи пара пе бьюти салон ирке пару ини. Смотри, как будто, блин, что происходит? Тайсон, что ли, вот? Так, давай, сестренки, что-нибудь там. Одежду. Думаю, не надо. Надо, я думаю, просто мне неудобно. Я просто брал уже. Все есть. Но если прям сильно хочешь, мы можем туда, в ту сторону пойти. Там торговый центр, типа торговый центр. О, давай туда. А здесь прям в Караколе как в центре? Да, это центр. Прямо. Якан. Умне, якан ирон некиминда. Ну,핸드폰 파는데 뭐 이렇게 통통 비었냐? Это прям здесь единственный, да, торговый центр? Вообще, да. Ну, там на базаре можно еще посмотреть, но вот туда еще надо идти. Киргизстан. Там как бузовки сенгенья. Я, иге та... Сорян 장난감들은 다 이렇게 무섭게 생긴 것 같아요. 우울하잖아, 표정이. Сколько вот это стоит? Вот это? Ну, наверное, вот такое подойдет. Черный, да? Да. Она сюда и телефон. Девушка 22. Ну да. Что вы можете предложить? И телефончик сюда можно, и можно такие кладочки. Просто кошелечки вести. Вот это. Так, 1950, 1850. Что там скидочка на руку? Уже. 그 난방 기구를 좀 사야 될 것 같아요. Давай посмотрим на отопление. Я думаю, ну те деньги, которые мы будем снимать в гостиницу, лучше за эти деньги лучше купить там отопление. Серьезно, вот последний подход. 4500? 4500, да. И со скидкой 4. 4500. Ну честно, как есть у нас цены. Нет, просто мы сами служим там в Корее. То, что вот. Такое, что ли? Да, это корейская военная форма. Я, если честно, не разбираюсь. Ну да, это, ну, классно, на самом деле, это очень удобно. Чё, чё, иго, 한국 군복이라고 하니까, 아, 난 모르겠고, 그냥 이거 편해서 입는 거야, 이거. 내가 주로 입는 옷이래, 평소에. 그냥 팔아서 사는 거래. 한국에서 대체 저 군복을 이쪽으로 수출하는 사람들은 그 우리 수거하면서 하는 건가 아니면은 군장점에서 이렇게 해가지고 파는 건가 저기 그 깨구리 저거 한국에서도 지금 안 입잖아요 근데 저거 여기 엄청 많더라고 키르기스탄에 여기. 다스다냐 스나스도 빠이쉼 돌아가는 길 역시 여기는 이렇게 차가 유지가
살아, 이거 살아있는 게 신기하다, 이거. 오, 각도에 떴지. 각도에 떴지. 야, 얘 길고양이 아닌 것 같은데? 왜 맨날 여기 앉아있냐? 또 신호 없는 걸로 치네. 와우. 아, 진짜 что за соус это? Это майонез. Да, я люблю майонез. Вот установим вот это. Да. О, 벌써 열이 나오네. 꼽자마자. 좋긴 좋네. 그나마 이 방에는 이게 있어서 좀 덜 추운데 이제는 저기 거실이 더 따뜻할 것 같아요. 아, 새해 명절상입니다. 명절상. Русский язык есть. Умничка, умничка. Спасибо. Вот наконец-то это... я пробую, да, бузо? Да, это бузо, наш национальный напиток. Макули? Похоже, похоже. Похоже, но да? Не прям один в один, но... Здесь этот бузо гуще, чем макули. Тоже шикарно. Вот как раз это зимний напиток. 굉장히 시큼한 묽은 막걸리 같은 그런 느낌? 여러분 다시 한번 말씀드리지만 이건 술이 아닙니다. 이건 러시아의 크바스라고 해서 그것도 이제 음료수 뭐 애기들도 다 살 수 있고 하는 건데 거기도 알코올 함량이 조금 있거든요. 이것도 그냥 조금 미세하게 있는 것일 뿐이지 이건 술은 아니에요. 아 이거 알고 보니까 산타 모자 했어요. тебе не холодно? нормально? Лянь, ты ждешь Деда Мороза? Он пока не пришел, да? Да. Да, будет, будет. А может он не придет? Может он Санта просто подарки оставит? Или прям Дедушка Мороза ждешь, Дедушка Мороза? Дедушка Мороз. Так он же этот, сейчас видишь, в мире столько детей, он же как успеет? Он занятой человек. Ну, он занятой человек, да. Важный человек. Может, Санта тебе написала? Или был Дедушка Мороз? Дедушка Мороз. Да, если ты хорошо вела себя, хотя бы он оставил эти подарки. Может, он не придет. А может, Санта? Типа. Они разные? Да, они разные, просто так вот друг друга как бы заменяют вместе. Например, если Дедушка Мороз не успевает, Санта-Клаус оставляет подарки. Сотрудничает. Да, вместе работают. Вот здесь, может, Дед Мороз здесь смотрит, ты скажи, что ты хочешь. Ты знаешь, Дед Джун работает с Дедом Морозом. Вот сюда скажешь, и Дед Мороз увидит это видео. Но здесь где-то 100 тысяч Деда Мороза. 100 тысяч. Нет, не хочешь? Секрет, да? Она умеет хранить секреты. Ага.